Здравствуйте! Сегодня у меня вареники с творогом. Такие яркие и аппетитные на вид. Первым делом отварю и очищу морковь. Измельчу в блендере. Возьму просеянную муку, воду, соль и растительное масло. Замешу два вида теста на морковном пюре и на воде. К перетертой моркови добавлю соль, немного муки. Смешаю. Всыплю оставшуюся муку. И растительное масло. Замешу тесто. На замес такого количества теста уйдет буквально минута-полторы. Уберу тесто в пищевую пленку и замешу другое. Муку смешаю с солью. Волью воду и растительное масло. Как только тесто соберется в ком, тоже заверну в пищевую пленку. Дам тесту отлежаться, а тем временем подготовлю начинку. Возьму творог, у меня домашний, яйцо, соль, перец, немного сухих трав. В данном случае зеленый базилик и по чуть-чуть майорана и душицы. Все смешаю, перетру вилочкой. Конечно, можно приготовить сладкую творожную начинку, здесь выбор за вами. Теперь осталось слепить вареники. Раскатываю морковное тесто пластом прямоугольной формы. Заворачиваю внутрь жгут теста белого цвета. Уплотняю и нарезаю. Я слепила вареники двойной косичкой, но можно как угодно, будет красиво. Отвариваю вареники в подсоленной воде, подаю с маслом, тем, кто любит, со сметаной. Такой простой и быстрый, вкусный и полезный завтрак. По поводу вкуса теста, морковь в нем абсолютно неощутима. Такое овощное пюре придает тесту невероятную нежность. Ну и безусловный плюс – это такой яркий и красивый вид вареничков. Готовьте с любовью, пусть ваши блюда радуют ваших близких. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых историй!